Кто там клюнул, я еще не знаю, но ощущения очень крутые. На самом деле, ловить на мультипликаторную снасть лосося очень непривычно из-за того, что на фрикционе нет трещотки. И ты порой не понимаешь, с какой силой затянут фрикцион. Но с этой рыбой, которая очень активна, легко понять, насколько затянут фрикцион. Ты его как не затягивай, она у тебя все равно его стравливает. Она уже тут. И кто же это? Ну покажись. Ну что ты все равно? Да, да, вот. Смотри, какой экземпляр хороший. Ух, ты посмотри. Вот это красотка. Вы посмотрите, какая красивая. Вот это рыба. Итак, друзья, мы плыли-плыли и наконец-таки доплыли до очень интересного места. Это находится место за перекатом. Здесь мы остановились всей нашей экспедиции и ловим рыбу. Вот сейчас у меня произошла поклевка. Скорее всего, по ощущениям, рыба хорошего размера. Это горбуша. Интересно, это самец или самка. Но сопротивление рыба оказывает сейчас достойное. Уходит вниз по реке. Вот сейчас я ее против струи пытаюсь вываживать. Довольно сложное это занятие. Рука затекла уже, но нормально. Сейчас подтянул фрикцион. Bass Addiction хорошо гасит рывки рыбы. В этот раз мне в разы удобнее вываживать рыбу. Все-таки палочка до 25 грамм. Так, ну кто же у нас там? Вот она, я уже ее видел. Вот она подходит. Оп. Уа! Это самец. Иди сюда. Давай. Дома. Вот такой вот красивый самец, горбуши. Ну что, давайте ее поскорее отпускать. Застряла у нее челюсть в сетке. Давай. О, она прыгает. Ну что, друзья, рыбалка на Кольском продолжается. Мы дошли до очень крутого места. Здесь реально скопилось много рыбы. Всей нашей группой здесь остановились, уже все поймали. Вот. Мы уже тоже по несколько штучек поймали. Соответственно, хочу немного сейчас вам рассказать про свои ощущения от спиннинга, который я сегодня использую. У меня в руках спиннинг Ultimate от компании Zemex 702 MH, то есть тестом до 32 грамм. В принципе, вот под такой формат ловли он мне очень нравится. Конечно, для колебалок он немного жестковат. Во всем остальном, в плане заброса, в плане проводки, никаких проблем еще у меня не возникает. Ну и плюс длина очень комфортная и для береговой ловли, и для ловли с лодки. Удилище довольно-таки мощное, с крепким комлем, с общей жесткостью бланка. Сегодня мы пытались его блерами ловить. Есть! Вот она! Сидит! Скоростное вываживание горбуши. Да чего же, конечно, сильная, мощная рыба. У меня жесткий спиннинг до 32 грамм. Все равно его загибает, но это не крупная,
не крупная самочка. Ой, тише. Она хоть и не крупная, но она все равно сумасшедшая. Подожди, подожди. Все, отпустим мы тебя сейчас. Ну вот, такая вот красоточка. Смотрите, какая. В пятнышках практически. Практически как форелечка. Сейчас мы ее отпустим быстренько. Опа. Все. Ой, плыви. Ах, молодец. Убежала. Класс. Сейчас супер рыбалка. Мотора нет? Но скорость та же, потому что мотор есть впереди. Это очень удобно. Это удобно так сплавляться. Весельками мы бы сейчас тут долго шли. Это да. На моторе пошли. Кайф. Тише, 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 тише. Безумно мощная рыба яростно бьется за свою жизнь, но, к сожалению, эта рыба уже очень скоро умрет, даже при том, что мы ее сейчас отпустим, потому что горбуша после нереста не выживает, но зато от нее останется ее потомство, это самец. Почему горбуша? Потому что, видите, такой горб здоровый, вот такая вот она рыба. Так, все, ладно. Больше не мучаем. Подожди, 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 сейчас. Ловим. Да, ну, ловим хоть и на одинарнике, но даже одинарники сложно доставать из рыбы. Оп, все, ушел. Класс. Че, супер рыбалка, супер природа. Да, это Кольский полуостров. Наступил третий день рыбалки, и мы продолжаем грести. Гребем, 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 гребем. Гребем уже километров 5. Ищем точку с ямой, где будем ловить семгу. Мы находимся еще на той реке, где мы начали наше путешествие. Спустя несколько километров будет слияние с другой рекой, и нас ожидает там крупная семга. Ну, как нам говорит наш гид, рука наша устанет и спина тоже. Ну вот, друзья, мы и дошли до слияния двух рек. Это было непросто. Мы прошли мелководные перекаты. Лодка гребет днищем по камням, но мы справились, и мы до сюда доплыли. Сплав продолжается. Проходим сейчас мелководный участок. Он достаточно протяженный. Не знаю, наверное, пару километров. В некоторых местах приходится даже из лодки вылезать, потому что садимся на мель и все. Или вот на такие камушки. Оп-оп. Нет, тут нормально. Соответственно, вышли уже на более крупную реку сегодня. Немножко покидали, половили рыбу вместе слияния двух речек. Место хорошее, сильное, но, к сожалению, семги там опять нам не попалось. Была горбуша, вся наша компания там половила, многие поймали. Но долго там задерживаться не стали, потому что надо сегодня пройти большое расстояние. И, соответственно, уже идти к более интересным местам, где очень надеемся, что будет все-таки семга и рыбка покрупнее. Потому что, конечно, хочется уже наконец поймать какой-то достойный экземпляр, хотя бы килограмма 4. После продолжительного перехода по мелководью мы наконец-таки приплыли на интересную точку, на которой собралась горбуша, и мы попробуем сейчас ее поймать. Буду я ловить на колебалку 18 грамм, буду работать на снос, делаю заброс поперек течения, медленно подкручиваю колебалку, чиркаю дно, и горбуша сейчас должна атаковать. Здесь ее собралось в количестве, поэтому она не пропускает наши приманки. У нас уже здесь было
5 поимок. Попробуем сейчас поймать. К сожалению, проводка не увенчалась успехом. Выматываем, повторяем то же самое. И заброс. Сейчас немножко закинул апстримом. Побыстрее подкручиваем. Входим немного в другую сейчас зону. И где же горбуша? Давай, горбуша, клюй, клюй, клюй. Чиркает дно колебалка. Главное ее не зацепить, потому что точка очень перспективная. Рыба себя сама показывает, постоянно выпрыгивает из воды. И вот она, горбуша. Хо-хоу! Вот, отличное сопротивление. Она встала на струю. Сейчас попробую у нее отыграть немножко дистанции. Ой, отыгрывает, отыгрывает. Выходит на струю, тянем. Она уже рядом. Вот она, сейчас появится. И... Но это не семга, это точно. Потому что семга сопротивляется совершенно по-другому. Это горбуша и, похоже, это самец. Я бошку съел. Красота! Посмотрите, какой красавец! Какой у него горб! А какой у него рот зубастый! Вот такая вот рыбина. К сожалению, эти рыбы умирают. Вот это она выпрыгивает, ребята! Вот это поклевки! Вот вылетает из воды на метр! Давай, давай! Выходи, выходи, выходи! Выходит на струю, пытается отыграть у меня дистанцию. Пошла вверх по течению. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что же делает? Иди сюда, иди сюда. Небольшая самочка. И вот она на крючке. Ну что, давайте мы ее по-быстрому отпустим. И она перехлестнулся тюльпан. Да. Ну что, рыба подходит. Иди сюда, красавица. Ну что, давайте мы ее быстрее отпустим. Ловим, ловим, ребята. Это рыболовный рай. Ну что, друзья, вот и у меня поклевка горбуши. Я так полагаю, что это именно она. Потому что мы с Антоном в этом месте уже поймали несколько рыбин. Поймали их не под камеру, ну а сейчас решили все это дело еще и поснимать. Вот, как вы видите, я сегодня тоже с кастинговой снастью. Блин, это очень прикольное занятие на самом деле. Ловить семгу и горбушу кастингом. В этом реально что-то есть. Очень, вот она, очень сильная рыба. Оп-оп-оп-оп-оп. Самец. Еще один горбатый самец. Смотрите, какой красавец, мощный. Мощная, сильная рыба.
Выйди, иди, мы тебя отпустим. Сейчас я возьму высотиже, чтобы его не мучить, чтобы его в руки не брать. Мы на одинарнике ловим, чтобы можно было быстрее крючок достать. Единственное, я вам сейчас просто чуть-чуть его вот так вот в воде покажу. О, какой красавчик, а! Посмотрите, какая классная рыба. Ну вот сейчас как раз из этой позиции крючок. Подожди, подожди же ты. Ну, оп, все. Ушел. Оп-оп-оп-оп. Туда-сюда, туда-сюда. Классно. Увлекательная рыбалка, когда такая рыба регулярно клюет, доставляет кучу эмоций. А сегодня практикую кастинг. Никаких проблем, отличный заброс, отличное вываживание. В данном случае у меня модель Viper Trout, семерка, до 35 грамм. Вообще отлично справляется с любыми приманками, с любой проводкой. Так что продолжаем ловлю. Ну, если уж клюнет в прямом эфире, клюнуло. Есть! Кайф! Просто, просто дикий кайф! Блин, вот, вот зачем мы сюда ехали! Такие мощные рывки! Но это небольшая самочка, и сразу видно, она сдалась гораздо быстрее, чем самец. Самец за счет своего горба на течении просто стоит очень круто. Его практически невозможно с течения сдвинуть. А самочка с икрой, конечно, ей сопротивляться сложнее. Ну все, 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 иди, мы тебя сейчас отцепим. Опа. Все, отпускаем красоточку. Ловлю в прямом эфире. О, там горбы прям вылетают, выпрыгивают. Так, идет, идет, идет. Ух, ух, сколько там рыбы. Блин, если вы видели, что там сейчас творится. Она просто, она прыгает дичайшим образом. Но я, по-моему, до нее как бы сейчас не добросил. Сейчас переброшу, переброшу чуть апстримом. Здесь практически вся ловля. Это заброс немного выше по течению и проводка на снос. Есть, вот она. У-ху-ху. Уже на... Вот это хорошая рыба. Вот это, по-моему, уже ближе к тому, что прыгало. Судя по тому выверту, который я сейчас видел, рыба очень классная. И она клюнула уже в тот момент, когда приманка вышла, в принципе, из зоны, где должны были бы быть поклевки. Но, тем не менее, кто это у нас? А-а-а, ребята, это семга! Да, это именно она. И она реально взяла в другом месте. Потому что вот там кусок, там одна горбуша клевала. Сейчас чуть-чуть ниже по течению я сплавил блесну. И там вот эта вот семушка. Господи, какая она дикая. Просто мега, мега дикая рыба. Посмотрите, какая. Слиток серебра. Просто серебряный слиток. Вот именно ради таких рыб сюда все и тянутся. Угрода. Да, я объектив протру.
Все? Да. Подведем небольшие итоги сегодняшнего дня. Поначалу у нас не очень рыбалка удавалась, как-то мы проходили долго мелководные участки, потом пытались какое-то время щуку половить, поймали там всего пару горбуш и, честно говоря, уже практически отчаялись, но после обеда дошли до очередного хорошего местечка, и вот тут-то нам удача улыбнулась. Да, Антон? Да. Твои эмоции? Мои эмоции следующие. Я наконец-таки прочувствовал вот это вот удилище, и оно прочувствовало меня. У меня болит рука и спина. Рыбы было такое количество, что я сегодня, правда, честно скажу, устал. Рыбы наловился на год вперед. Классно. Ну, в принципе, я не могу сказать, что я на год вперед наловился, но на сегодняшний день точно. Рыбы, да, было много. К сожалению, опять-таки, семги практически не было. Всего одна поимка, и то она закончилась сходом около ног. Но рыбу мы сняли, я думаю, вы это все видели. Хочу поделиться с вами своими ощущениями от ловли кастинговой снасти сегодня, потому что, как я и говорил, я посвятил ей сегодняшний день. Ну, то есть я взял два комплекта, но основное все равно удилище у меня было Viper 702 MH, да, 35 грамм. В целом мне очень понравилось ловить кастингом, хорошо отрабатывает этот спиннинг рыбу, на вываживании он реально гасит ее, то есть, ну, достаточно быстро утомляет. Нету такого, что там с ней по полчаса ходишь, куда-то бегаешь, гуляешь. Но есть один очень значимый нюанс. Вот в этом месте, где мы сейчас заканчиваем рыбалку, на ближней дистанции рыба достаточно быстро кончилась и потребовался дальний заброс. И в итоге у меня минус 3 колебалки, оторванных, отстрелянных, немножечко потраченные нервы. Взяв, соответственно, второе удилище, которое у меня оснащено бизнесационной катушкой Bass Addiction, я начал тут же добрасывать, как бы, куда мне надо, и уже ловить свежую рыбу. С кастинговой снастью, тем более с такой короткой, сделать это очень сложно. Я воспользовался вейдерсами, которые неотъемлемые в рыбалке, что на Кольском полуострове, что в горах за форелью, поэтому я зашел на середину реки и свободно обработал дальники кастинговой снастью. No problem. Но отстрелы у тебя тоже были. Да, я сегодня потерял 5 колебалок. Вот вам плюсы кастинговой снасти. Нет, ну это, конечно, шутки. Плюсы есть, но есть и минусы. То есть, чтобы вы понимали, да, что мы не топим там только за кастинг и только за бензонку, говорим как есть. Соответственно, ловля на сплаве во время сплава с лодки достаточно удобна. Ну, тем, кто владеет кастингом. Потому что, конечно, если это будет новичок делать, там в лодке можно остаться без ушей, без кепок, без самой лодки. Поэтому, конечно, с кастингом лучше пользоваться уже опытным рыболовом, который с ним ловит в домашних условиях. Ну, короче, не надо приезжать на Кольский первый раз с кастинговой снастью. Если вы кастингом до этого не ловили, не стоит начинать здесь. Лучше приехать с обычной мясорубкой и ловить ей. Вот, в общем, такие небольшие рекомендации, потому что у нас сегодня было, а мы сейчас будем двигаться вниз. Не знаем, честно говоря, сколько нам до лагеря, там вот еще тучки, что-то темнеет. Мы тут подзависли на одном месте, но пора двигаться в лагерь, ужинать, а там, может быть, мы еще успеем половить ночью, вечером, посмотрим. Времени с каждым днем все меньше и меньше, поэтому надо цепляться за каждую возможность. Да, нужно не упускать каждый момент. Потому что нас еще вот погода радует, но нет никакой гарантии, что у нас дальше все будет так безоблачно. А сейчас класс, сейчас светит солнце, тепло, чуть-чуть вечером стало прохладно, я вот даже утеплился, но сейчас уже опять температура как-то выровнялась. Ну что, на этом заканчиваем. Да, отличный день. До следующей связи. Пока-пока. Пока. Мишка ходит по берегу речки. В общем, сейчас по берегу идет медведь. Медведи плохо видят, но хорошо слышат, поэтому...
нас может заметить в любой момент. Медведь большой, довольно большого размера, и мы попробуем его напугать, когда он к нам подойдет, и мы увидим, как он бежит вниз. Видишь мишку? Обратно в лес пошел.